Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года столичные спасатели потушили более 1300 пожаров и загораний. В результате их последствий погибли 23 человека, еще 31 пострадал. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе столичные спасатели работали на заводе колесных тягачей. Огонь обнаружили в вентиляционном канале цеха сборки и сварки автобусов. Работники покинули предприятие еще до прибытия пожарных расчетов, а потому обошлось без пострадавших. Работу останавливать не пришлось, причина возгорания устанавливается. Не смогли отказать столичные спасатели, звонившие на 101 девушке, которая сквозь слезы умоляла приехать на улицу Жудро, где в одной из припаркованных машин без номеров оказался заперт хорек. В присутствии правоохранителей автомобиль вскрыли. К тому моменту животное, а оно вдобавок находилось в клетке, уже не двигалось и еле дышало. Сразу после спасения измученного хорька отвезли в ветклинику. Минск чрезвычайный. С последствиями большой воды и ветра на минувшей неделе пришлось справляться спасателям. Почти все районы столицы оказались подтопленными, а на улице Революционной образовался даже настоящий водоворот, и припаркованные машины оказались по крышу в воде. Шквалистый ветер повалил множество деревьев. В результате повреждено 10 машин. Работники МЧС откачивали воду, убирали поваленные деревья и проводили демонтаж аварийных конструкций. В выходные в одном из дворов на улице Раниса загорелся Volkswagen. Еще до приезда пожарных расчетов огонь успел повредить два припаркованных рядом авто. Предполагается, что пожар начался из-за короткого замыкания. По этой же причине на минувшей неделе горели еще два автомобиля – ГАЗ-2217 на улице Рафиева и Volkswagen Golf на Макаёнка. Не обошлось на минувшей неделе без происшествий на воде. Трагедия случилась на водохранилище Дрозды, где утонул 45-летний мужчина. Спасатели отправились к месту происшествия сразу после сообщения очевидца. Тело нашли в 30 метрах от берега. Реанимировать мужчину не удалось. Это уже шестая жертва воды в Минске за последний месяц. МЧС еще раз напоминает о соблюдении правил безопасности на пляжах и на водоемах. В минувший вторник поздно ночью поступило сообщение о возгорании в общежитии на проспекте Любимова. Благо, четко сработала система оповещения, и 120 жильцов самостоятельно покинули 12-этажное здание. Как выяснили оперативно прибывшие спасатели, в жилой комнате на 5-м этаже загорелся матрас. Предполагается, что хозяин комнаты небрежно обошелся с сигаретой. Чтобы не допускать подобных происшествий, не курите в постели. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный.